Поликлиника номер 1 ЦК МСЧ имени Егорова располагается на территории Ульяновского автомобильного завода и оказывает первичную медико-санитарную помощь работникам с 1971 года. В этом году учреждение отмечает юбилей. За многие десятилетия здесь сложился дружный и трудолюбивый коллектив. В настоящее время в учреждении работают порядка 50 сотрудников, обслуживающие более 10 тысяч населения. Лучшим работникам поликлиники вручили почетные грамоты. Одной из награждаемых стала Ольга Новикова, которая работает врачом-терапевтом более 20 лет. Сейчас у нас ведется профилактическая работа в основном. Это предварительные осмотры, периодические осмотры. И, конечно, основное сейчас вакцинация против ковида. Но начинаем расширять объем приема терапевт, невролог и лор-врач. Сейчас поликлиники продолжают оказывать медицинскую помощь работникам предприятия и ветеранам завода. Медучреждение рассчитано на 500 посещений в смену. Амбулаторный прием ведется по 12 специальностям. Предварительные периодические осмотры, диспансерные наблюдения проводятся грамотно и системно. Те хорошие моменты, которые были наработаны, мы их будем развивать, и поликлиника, она останется нашим подразделением, но ее функционал несколько расширится. У нас планируются и закупки, и развитие, то есть сделан такой план перспективного направления по развитию поликлиники. На сегодняшний день главной задачей поликлиники является вакцинация от коронавирусной инфекции. Прививает по 50 человек в день. Алина Сихнова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.